Здравствуйте. В эфире проект «Смотри Хабаровск», в студии Дмитрий Павленко. И вот о чем мы сегодня расскажем. Ее даже здесь трубы не видно, просто не видно трубы вообще. Где она, куда она уходит? В Хабаровске продолжается благоустройство по программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Глава города проверил, как идут работы в центральном районе. Серозный вирус менингит опасен тем, что в самых тяжелых случаях ребенок даже может погибнуть. Больше чем в 3 раза увеличилось количество заболевших энтеровирусом. В крае регистрируются тяжелые осложнения. В группе риска дети. И оно, да, в Хабаровске. И мы, да, про моду. Одежда хабаровских дизайнеров в Сочи и Владивостоке, Германии и Канаде. Полный цикл производства. От идеи до пошива отечественный. Еще один случай того, когда есть чем гордиться. В Хабаровске продолжается реализация федеральной программы «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». В этом году в краевом центре отремонтируют 32 дворовых территории. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сегодня проверил несколько площадок в центральном районе. Кому предстоит исправлять недочеты, а кто молодец, расскажет наш коллега Наталья Чернышова. Что вот здесь такое? Какая-то плита железобетонная. Оно постоянно все здесь выбивается. Дворы по улице Мухина приводят в порядок, а вот до проезда руки еще не дошли. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратил внимание руководства центрального района на торчащие колодцы и забитые ливневки. В сжатые сроки нужно решить проблему с отводом воды с дворовых территорий. Ее даже здесь трубы не видно, просто не видно трубы вообще. Где она, куда она уходит? Кто должен следить за этим, Александр Александрович? Я? Ну, давайте я буду следить. Это что такое? Я не знаю, на какой глубине, ну сколько. Ну, здесь, наверное, 1-2 метра точно колодец. Вот 2 метра вот это вот здесь вот это вот грязи. Еще один вопрос к администрации района. Гаражи, которые портят вид двора. Как можно пользоваться вот этим вот гаражом? Вы мне скажите, жители, вот как можно пользоваться? Жители 4 домов по улице Мухина подали заявку на участие в федеральной программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Подрядная организация уже зашла на объект. В числе прочих задач – обрезка и снос деревьев. Также жители проголосовали снос зеленых насаждений. Но пока эти работы мы еще не выполнили до конца. Здесь работаем только сейчас пока по проезжей части. Вы знали, что мы сюда зайдем? Мы знали об этом еще весной, ранней весной. Почему мы не провели обрезку деревьев весной? Почему это не сделано? Мы ждем, когда сделаем асфальт, когда сделаем дворовые территории. Потом сюда заедет КАМАЗ и будет работать на снос зеленых насаждений. Управляющей компании тоже досталось на орехи за обклеенные рекламой подъездные козырьки. Это и следующие подъезды в таком же состоянии. Ну, вот да. Все, пожалуйста, реклама. Ну что нуда? Ну как нуда? Кто за этим должен следить? Подрядная организация. Я не знаю, я вас спрашиваю, вы управляющая компания. Безусловно, это будет исправлено. Это ваша зона ответственности, понимаете? Да. Это ваша зона ответственности. Во дворе дома по Ленинградской, 31, иная картина. Благоустройство не проводилось примерно 20 лет. Зато сейчас площадку не узнать. И красиво, и безопасно. Пожелания жителей услышали. В качестве покрытия выбрали песок. В связи с введением регламента таможенного союза, вот для таких зон безопасности, то есть от высоты падений, толщина резины должна составлять не менее 5 сантиметров. Соответственно, наплавляемая резина единым ковром, она у нас как бы уже отпадает. Остаются только плитки. Плитки, да, да. Но как показывает практика, то есть достаточно открытое пространство, и вот если бы стояла жара, и здесь была резина, как бы площадка была бы не эксплуатирована. Здесь представлены малые формы и для малышей, и для подростков есть, где пресс покачать. Сейчас воркаут, это очень популярно. И даже наши вот пенсионеры вечером здесь на тренажерах, да, вот они отдыхают. Я говорю, глаз радуется, мы вообще так счастливы. То есть тебе нравится, да? Да. А у тебя друзей много в этом доме? Да. Вы вместе гуляете? Программа «Тысяча дворов на Дальнем Востоке» инициирована полпредом Юрием Трутневым. Придомовую территорию благоустраивают с учетом пожеланий и под присмотром жителей. Я знаю, что мы в этом году
в сроки закончим все дворовые территории, их 32 у нас в этом году. Работы будут приняты. Там, где переходные объекты, мы их закончим в следующем году по другим программам. Многие собственники так и делают, закончилось. Вернее, поучаствовали в программе «1000 дворов», они переходят, например, в программу «Грантовая помощь собственникам». Приводить свои дворы в порядок также можно в рамках проектов ТОС. В этом году на поддержку территориальных общественных самоуправлений из городского бюджета выделят 10 миллионов рублей, из краевого – 250 миллионов. Наталья Чернышова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск. Проливным дождем вчера накрыло южный микрорайон, который полностью расположен на равнине и считается самой низкой территорией Хабаровска. Точечные сильные осадки за 2 часа – половина месячной нормы. В итоге оказались затоплены дороги, торговые центры «Эвер» и «Южный парк». Вода уже ушла, однако бороться с непогодой вновь, возможно, предстоит совсем скоро. В эту пятницу специалисты гидрометцентра ожидают прихода нового западного циклона. Пока, по прогнозу, умеренные осадки охватят все районы краевого центра. Сейчас сотрудники Хабаровского управления дорог и внешнего благоустройства готовятся к ливням, прочищают ливневки, чтобы избежать повторных затоплений. Основной причиной застоя воды было наличие мелкого и прочего там бытового мусора в решетках ливневой канализации. Это бутылки, там, пакеты и прочее. То есть самые первые принятые меры были это по-простому просто убирали наносной мусор, который потоком воды прибило к ливневой канализации. Мы усилили контроль, мы ежедневно там осуществляем выезды, дополнительно контролируем данные работы. Больше чем в 3 раза увеличилось количество заболевших энтеровирусом в крае. Наиболее подвержены заражению дети от 2 до 8 лет. О причинах, последствиях и мерах профилактики заболевания узнавала моя коллега Виктория Зыкова. Сайжине Немаевой чуть меньше 3 лет. Вот уже 4 дня она находится в детской краевой больнице имени Петровича. Госпитализировали девочку с симптомами вирусной инфекции. Диагноз энтеровирус поставили уже в больнице. У нее была температура и, получается, покраснение горла с явными выраженными признаками этого гнойника. Вызывали сперва врача домой, на дом, педиатра. Она потом вызвала уже скорую помощь. На скорую помощь мы прибыли сюда. Поражать энтеровирус может разные органы и системы. Это и желудочно-кишечный тракт, и печень, и почки, и легкие, и глаза. Одно из самых серьезных осложнений приводит к серозно-вирусному менингиту. У кого-то из детей это останется только как просто вирусемия, высокая лихорадка. У кого-то вирус осядет на мозговых оболочках, разовьется клиника серозно-вирусного менингита. То есть это сильные головные боли, рвота, высокая лихорадка. Серозный вирус менингит опасен тем, что без должного лечения диагностики он может приводить к отечному проявлению, к отеку головного мозга. В самых тяжелых случаях ребенок даже может погибнуть. Основной путь заражения – контактный. В детском коллективе, как правило, нулевой пациент купался в водоеме, вода в котором заражена. К слову сказать, в черте Хабаровска безопасных водоемов нет. Купание запрещено везде. Дальше заражение идет как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовым. Через грязные руки, предметы быта и продукты питания. Взрослые люди неоднократно сталкивались с энтеровирусом, уже как-то в какой-то форме переболели и какой-то иммунитет выработали. И взрослый человек, получив очередной контакт, может быть носителем, при этом клиники нет никакой. И вот история такая. Взрослый человек, папа, сказал ребенку, тебе купаться нельзя, у тебя иммунитета нет. Искупался в Амуре, подхватил энтеровирус, потом, общаясь с ребенком, заразил его воздушно-капельным путем. За последнюю неделю в крае зарегистрировано 95 случаев заболевания энтеровирусом. 70% из них в Хабаровске. Это на 80% больше, чем недели ранее. Вспышек в детских коллективах пока нет. А значит, заражение происходит в основном в семьях. Виктория Зыкова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. 553 тонны тихоокеанской сельди из Хабаровского края отправились в Японию. Пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям сообщает, что ведомство провело ветеринарный контроль рыбной продукции для экспорта. Рыба была добыта в мае-июне этого года в Охотском районе и прошла все необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности. Всего с начала 2023 года отправлено на экспорт более 6000 тонн рыбной продукции, основные направления – Япония, Китай и Корея.
Ну а теперь к хорошим новостям для рыбаков, не промышленников. Штрафы до 5000 рублей теперь не будут платить рыбаки, которые случайно выловили ауху. Китайские окуни и еще два вида рыб, желтощек и сом солдатова, исключены из Красной книги Хабаровского края. Постановление об этом губернатор Хабаровского края подписал еще в апреле. Сейчас специалисты рыбоохраны разрабатывают нормы суточного вылова. То есть ограничения какие-то будут. Но в любом случае, как минимум пару трофейных хвостов можно оставить себе, как это, собственно, и сделал наш оператор Максим Артиков. Именно его счастливого вы видите на фотографии за моей спиной. Именно его, который никого не угостил ухой. Мошенники стали приглашать россиян на личный прием в Центробанк. Злоумышленники улучшили свою популярную схему. К звонку от имени Центробанка добавилась отправка письма на электронную почту с приглашением на личный прием в Банк России. Сообщения начинаются с обращения по имени-отчеству. В них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Для убедительности используют следующий технический прием. Указывают домен Банка России вместо реального домена отправителя. Поэтому люди попадаются на уловки из-за доверия к электронному адресу. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю для вымогательства денег. Банк России по своей инициативе никогда не звонят гражданам, не присылают приглашения на личные встречи, не запрашивают никаких конфиденциальных личных либо банковских данных, не присылают копии каких-либо документов и не предлагают совершать какие-либо операции. Будьте бдительны. Мест, где в Хабаровске можно поиграть на улице в баскетбол, станет больше. Сейчас в порядок приводят площадку в районе 47-го дома по Амурскому бульвару. Финансирует проект благотворительный фонд «Кириленко детям». Когда здесь можно будет сыграть 3 на 3, узнавала Наталья Чернышова. У нас типовые проекты. Значит, допустим, в Анапе сейчас 15 тысяч квадратов. Здесь проект 750 квадратов. Есть еще в парке Гагарина, там более 2000. Подрядная организация зашла на площадку в начале июля. Для начала демонтировали старые баскетбольные стойки и асфальт. Работы ведутся на средства, выделенные благотворительным фондом «Кириленко детям». Благодаря знаменитому российскому баскетболисту, хабаровские спортсмены получат еще одну возможность бесплатно отрабатывать бросок в прыжке. Работы мы начали, корыто выбрали, все убрали, отцепные завозим. В связи с тем, что у нас дожди, мы дренаж по периметру сразу сделали, отвели, в колодец кинули. Сейчас у нас работают, устанавливают ограждения. По периметру площадку обнесут ограждением высотой 4,5 метра. Для его установки необходимо спилить и подрезать порядка 40 деревьев. Мэр Хабаровска поручил городскому управлению по охране окружающей среды не затягивать с разрешением. Обязательно в самое ближайшее время те веточки под вашим наблюдением это надо сделать. На площадке установят баскетбольные стойки, замостят асфальтом. Из Москвы приедут специалисты, чтобы нанести 11 слоев специальной краски. По распоряжению мэра на площадке установят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город». Хотел, конечно же, безусловно, поблагодарить за то, что администрация города Хабаровска, вы лично курируете этот проект. Вот. Здорово, что поручение Михаила Ильича выполняется в соответствии с той дорожной картой, которая утверждена. Большое спасибо фонду, большое спасибо тем людям, которые сегодня под вашим руководством здесь поручение в сроки выполняют. Хочу сказать всем огромное спасибо правительству края, губернатору Хабаровского края, благотворительному фонду. Эта площадка перейдет в муниципалитет, она будет обслуживаться дирекцией спортивных программ. Все желающие будут здесь заниматься своим любимым видом спорта. По проекту сдать площадку должны до 1 сентября. Но подрядчик уверен, справятся намного раньше. Наталья Чернышова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Скоро вернемся, не переключайтесь. В эфире проект «Смотри Хабаровск». Спасибо, что остаетесь с нами, и мы продолжаем. Правительство России ввело в Хабаровском крае межрегиональный режим ЧС. С такой просьбой к Рослесхозу ранее обратился губернатор Михаил Дегтярев из-за роста лесных пожаров.
Уровень межрегионального реагирования на ЧС позволит оперативно привлекать на борьбу с огнем дополнительные силы, если это потребуется. Сейчас на территории региона тушат 34 природных возгорания. Огнем охвачено несколько районов: Аяномайский, Охотский, Тугорочумиканский, Верхнебуринский и Николаевский. Для их тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации. Ликвидацию пожаров ведут 9 единиц техники, 10 воздушных судов и 260 человек. Населенным пунктам огонь не угрожает. В Амурском районе выросли доходы и инвестиции предприятий. Развивается муниципально-частное партнерство, возводится национально-культурный центр. Губернатор края Михаил Дегтярев обсудил это на рабочей встрече с главой муниципалитета Павлом Боровлевым. В районе успешно работают Амурский гидрометаллургический комбинат, Амурская лесопромышленная компания, Дальневосточное производственное объединение «Восток». Всего по итогам прошлого года оборот крупных и средних предприятий составил 53 миллиарда рублей, что на 7% больше, чем в предыдущий. Территория Амурского района становится привлекательной для инвесторов. Вместе с тем, крупные предприятия и организации района выступают в качестве социальных партнеров. В прошлом году помогли реконструировать набережную, благоустроить территорию ботанического сада, провести районный фестиваль коренных народов Амура. Кроме того, благодаря муниципально-частному партнерству району удалось присоединиться к госпрограмме «Модернизация школьных систем» и привлечь из федерального бюджета свыше 500 миллионов рублей на обновление образовательных учреждений. 4 проекта сметной документации на капитальный ремонт школ, 3 в Амурске, 1 в Вознесенском. Это сделано за счет Голополиметалла. А уже при поддержке Минобразования и вас. Уже мы получили федеральные. Да, и мы сейчас готовимся к ремонту. Это тоже будет не очень простой процесс, переселение и так далее. Но Минобра ведет регулярные ВКС, и мы готовимся. Будущие швеи, закройщики и дизайнеры из 41 региона страны встретились в Хабаровском технологическом колледже. Там проходит отборочный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции технологии и моды. Профессии и специальности, связанные с выпуском одежды, становятся более востребованными после возрождения предприятий легкой промышленности. Как проходят конкурсные испытания для студентов модной индустрии, увидела съемочная группа телеканала «Хабаровск». Мы ее расчерчиваем и потом из белой бязи должны наколоть все то же самое, отображая все рельефные линии. По фотографии воссоздать платье и наколоть его детали на манекен. Первое испытание участников Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Снимок один и тот же, модели в итоге получились разные. Поскольку спинку мы не видим, то мы уже додумываем ее сами, так, чтобы она гармонично смотрелась с передом. Ну, в общем-то, тут спереди достаточно декоративных элементов и каких-то усложненных, скажем так, конструкторских решений, поэтому спинка. Чувство гармонии помогает конкурсантам справиться с заданиями, детали которых они узнают за 15 минут до начала испытаний. Также будущие модельеры опираются на свой эстетический вкус и опыт. У каждого он свой. Первокурсники, например, еще не проходили производственную практику, однако уже много лет одевают кукол и свои семьи. Надо еще знать, как это шить и, в принципе, возможно ли это. То нарисовать все, что угодно можно. А почему именно спортивный костюм? Для чего рисуешь? Просто так? Или это ты готовишься? Ну, я собираюсь шить на лето одежду моим братьям, сестре. Я с того года начал сам конструировать и уже шил на маму. И на себя тоже, да. Это какие-то что-то? Ну, на маму я шил парку, потом ветровку, на себя я шил брюки, жилет. Ну, еще что-то. Еще себе верхнюю одежду? Да. Платье, юбка, пиджак шел на себя для выпускного. Технологии моды – это десятки специальностей. Лучшие в этой компетенции профессионалы должны разбираться в каждой из них. На чемпионате они показывают, как за 5 часов могут креативно сшить изделия на заказ. А еще создают эскизы собственных коллекций. Они должны уметь и как швея отработать, и как портной отработать, и как закройщик, и как конструктор, и как технолог, и как дизайнер. То есть такая профессия сложная. Именно здесь конкурсанты показывают те навыки, которые необходимы при создании одежды, при разработке одежды с нуля. То есть от замысла до воплощения в реальность. Ну нет, он срезан зубами. Давайте две шипки снимем. Как ребята строят модели, аккуратно и безопасно выполняют работу, оценивает экспертная группа. В каждой 3 мастера профессионального обучения. Это те, кто привез на чемпионат своих учеников. И один независимый эксперт.
В роли последнего выступает дизайнер и руководитель хабаровской студии «Крылья» Татьяна Васильева. Она, как будущий работодатель, уже не первый год берет студентов на практику. Очень много появляется марок и брендов одежды, масс-маркет. Очень многие работают в рамках прет-а-порте, то есть более высокого там ценового сегмента. И правительство тоже делает все возможное для того, чтобы действительно профессия возродилась. И, конечно же, не хватает кадров. Почему я здесь в частности? Конечно же, я смотрю на участников, на их уровень, что они должны уметь делать. Да? И, соответственно, мы тоже приглядываем и смотрим за этими тенденциями. Компетенция, технология моды, чемпионата профессионалы – одна из самых масштабных. В Хабаровске собрались студенты-педагоги из 41 региона страны. В каждом городе, откуда приехали участники, есть свои фабрики, ателье, студии. С уходом зарубежных компаний популярность местных брендов растет, так же, как и спрос на дизайнерские решения. Молодые модельеры не боятся остаться без работы, а смелые профессионалы открывают собственное дело. Марина Рыжко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Ну, кроме студентов, на чемпионат профессионалы приехали еще и 15 юниоров. Это школьники, которые уже всерьез занимаются шитьем. Результаты чемпионата участники узнают в середине августа. Победителей и лучших по профессии ждет стажировка или трудоустройство в различных ателье и домах моды. Ну, действительно, перспективы у молодых специалистов прозрачные, ориентиры, можно сказать, перед глазами. Хабаровские модельеры и дизайнеры покоряют Россию и выходят за ее пределы. Одежда Инны Мировой продается не только в нашем городе, в магазинах Сочи и Владивостока. Заказы поступают из Европы и Америки. При этом полный цикл производства от идеи до пошива отечественный – это еще один случай того, когда есть чем гордиться. С модного показа репортаж Марианы Гейт. В одежду сексуальную, женственную. Не только западными дизайнерами полнится женский гардероб. У дальневосточниц в шкафу есть одежда и от хабаровских модельеров. У нас производство абсолютно полного цикла. И оно, да, в Хабаровске. И мы, да, про моду. В Сочи Светлана у нас была в пальто, да? Не пальто, плащ, кажется, Инны Мировой был, что ли. И также она прям встречала людей, которые были также одеты в Инны Мировой. Я в мае этого года была в Санкт-Петербурге на премии вручения за иконик и была в платье от Инны Мировой. Весь вечер на галоужине у меня спрашивали, где вы взяли этот... лук. Я говорю, вам в Хабаровск. Работы хабаровского дизайнера покорили Запад России. И это сигнал к расширению. Так появилась возможность открыть магазины в других городах. Она уже идет дальше. Идет дальше. Сочи, Владивосток уже знают наш бренд. Ну, думаем покорить Москву. Популярность хабаровского бренда неудержимо вышла за пределы России. Заказы поступают из Германии, из Канады, Кипр. Первое предложение на пошив пальто Инна получила в 16 лет. Незаметно для себя методом сарафанного радио ее популярность достигла промышленных масштабов. Начинали мы буквально с 5 метров там, ткани, например, одной, другой. И полки были практически пустые. Был один загрузчик, два портных. Теперь у нас два цеха. Цех закройный, большой очень. У нас самый большой зараскройный стол в Хабаровске. Закройный, да-да-да. У нас два конструктора, три закройщика. И сейчас у нас 11 портных. Более 20 спецмашин всяких разных. Собственное производство. И это династия, то есть и бабушка, производство стоит старинная машинка, на которой шила бабушка Инны Мировой. Команда Инны Мировой сегодня запустила производство собственных тканей. Вместе со мной прорабатывают все рисунки, все цветовые сочетания. Это все мы делаем сами. С кем сотрудничаете? Кто-то российские производители, либо зарубежные? Начали мы с зарубежных исполнителей. Первые эксперименты были на фабриках Индии, в итоге остановились на центральной части России. Ну и как полагается большому модельеру, каждый сезон Инна для всех желающих хабаровчан устраивает модные показы. К пляжному дизайнер подготовила круизную коллекцию. Марианна Гейт, Степан Крокус, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.
От хабаровских модельеров к другим поводам для гордости, более космическим, причем в прямом смысле, стартовал открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса, в котором может участвовать любой желающий гражданин России в возрасте до 35 лет. Сейчас в отряде 26 человек, среди которых и хабаровчанин Петр Дубров. Космонавт пробыл на орбите почти год и установил рекорд длительности одного полета программы МКС среди россиян. Знают ли, собственно, хабаровчане о достижениях своего земляка и хотели бы сами отправиться в космос? Узнавала наша съемочная группа. Вчера стартовал открытый конкурс по отбору претендентов космонавты. Слышали ли что-нибудь об этом? Слышала, ага. Ну нет, вот вчера стартовал, сегодня услышал. Я слышала, но конкретно не очень. Слышала, в новостях читала, уже писали, что... Я так понимаю, открытый набор, все желающие могут подать заявку до октября, по-моему, месяца. И, ну, я понимаю, нужно пройти определенную группу здоровья, чтобы, ну, был кандидат сильный, крепкий, здоровый и мог полететь, покорять наше пространство космическое. Хотели отправиться в космос? Конечно. Почему? Потому что хочется попробовать что-то неизведанное для себя. И интересно, я как человек, который любит приключения, всегда открыт для новых свершений. Нет. Почему? Я боюсь очень высоты и, как бы сказать, неожиданности, какой-то загадочности. А ты бы хотела стать космонавтом? Да. А почему? Ну, потому что можно узнать много планет. Ну, а почему бы и нет? Я считаю, было бы... Я бы отправилась, если бы ребенок сказал «я хочу», я бы поддержала бы. Я только за. Есть такой человек Петр Валерьевич Дубров. Знаете ли что-нибудь о нем? Слышали ранее? Ну, конечно. Конечно. Это же наш хабаровчанин, который летал в 21-м году, по-моему, да, и приземлился в 22-м, так? Если честно, нет. Нет, первый раз слушаю, честно. Это космонавт, он из Хабаровска. Теперь поняла, теперь вспомнила, потому что рассказывали. Знали? Ну вот прям не запомнила имя, но теперь поняла, да, а где знаю. Вам рассказывали? Что рассказывали? Рассказывали, когда день космонавтики было, и у детей в школе в открытии им рассказывали про него. Да, конечно, слышала. Наш хабаровский космонавт, который там, он, по-моему, бортинженер, насколько я помню. Слышала, и поэтому он почетный гражданин города Хабаровска. Ну, на всякий случай, тем, кто хочет попробовать свои силы и вступить в ряды космонавтов, нужно написать заявление и вместе со всеми необходимыми медицинскими документами направить их конкурсной комиссии. Заявки принимают до 30 октября. Подробнее можно узнать на сайте Роскосмоса. Но сейчас мы прервемся на рекламу и прогноз погоды, а после поговорим об экономике Дальнего Востока. Со времен Ивана Москвитина, когда в 17 веке он вместе с казаками высадился на побережье Охотского моря, до наших дней с разворотом на восток и современными геополитическими вызовами. Интервью с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Алексеевичем Поповым через пару минут на нашем телеканале. Не переключайтесь.